Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Так, давай-ка посмотрим, у нас произойдет эволюция. Да, произошла. И прокачиваем мы его до 20 уровня. Так, стоп, подожди, ты где? Вот он. Так, до 20 уровня, на рынок. Сколько он стоит, я уже забыл. 8960 ДНК, ребят, ну это, конечно, грабеж на самом деле, средь белого неба. Такая цена, я не знаю, оправдана она или нет. В любом случае, будем сейчас что-нибудь ставить дальше с тобой на эволюцию. Но сначала мы глянем, что у нас вот здесь. Ага, тиранозавр мод 2, он еще будет 15 часов выводиться. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой быстренько завершим задания, вот эти вот три. Три ускорения сделаем. Так, раз. Где у нас там еще? Давай быстренько что-нибудь. Так, бонитозавра тоже быстренько закончим. Ну и вроде бы как все. Забираем свои награды. Раз, два, три. Так, нам нужно еще ускорение и совершить одну сделку. Давай посмотрим, что у нас по сделке. Так, ДНК я не хочу менять. Здесь археотерия. Вот это вот можно, кстати. Археотерия поменяем на 83 бакса. И я, пожалуй, так сделаю. Так, по идее. Так, отдаем с тобой 6 карт фонтана на 5000 еды. Сделаем. У нас фонтанов этих слишком много. Так, сейчас посмотрим, что у нас вот здесь вот. Очки доверия на одного аллозавра. Мне кажется, это невыгодно. Так же, как и вот это. Ну, в общем, пока, наверное, и хватит. Юрский. Это у нас что идет? Обмен? Ну, давай я возьму, например, Диплокауса. На очки... Не, давай на баксы. То есть, получается, 12 Диплокаусов на 12 долларов. Я так понимаю, да? А, нет, 60 бакинских. Окей, все, ребята. Я их обменял, этих диплокаулусов. Они нам не нужны были. И совершили мы с тобой сделочку. Так, значит, нам нужно еще что? Собрать 3 мода. Раньше было 2, теперь 3. Ну что, давай, наверное... Так, секундочку, сейчас посмотрим. За еду? Нет. Лучше все-таки, наверное, за деньги. Поехали. Блин, ну это надо будет 3. 3 раза, прикинь. Сейчас крутануть рулетку и, соответственно, 3 раза заплатить деньги. Так, нам выпадает с тобой отвлечение. Дальше идет. Что у нас там? Показывай, пожалуйста, мне. Дай лучше пак, и все. Нет. Общая слабость. И последнее, что нам выпадает. Ну давай, Блю, быстрее. Показывай. Всем интересно, и мне тоже. И последнее, это несокрушимость. В общем, ничего нового нету. Еще одно задание выполнили. Ну что, использовать ускорение нам нужно, да? Третий раз. Давай-ка мы, наверное, быстренько с тобой завершим. Так, тут у нас деньги, надо это все забрать. Каждая копейка у нас на счету, как ты знаешь. А разбрасываться деньгами это не для нас сейчас. Так, быстренько с тобой завершаем. Помещаем и задание завершаем. Плюс вот здесь, ребят, забираем еще ДНК. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас по событиям. Испытай свои силы. Так, сдвиг ледников. Вот это я, пожалуй, пройду. Так, Уинтотерий, Дедикурус и кто это такой? Ты посмотри, как он ужасно выглядит. Короче, здесь мы берем с тобой... Давай я возьму, наверное, шерстистого носорога. Против Дедикуруса мы возьмем с тобой Келлинкина. А вот против Ринопротодона мы возьмем с тобой Эриматерия. Погнали. Слушай, я думаю, в принципе, мы должны здесь с тобой победить. Вау, преимущество, причем офигеть какое, ребят. Давайте сразу бомбим. Кстати, это тоже типа носорога, да? Противник. Ну, только такой. Неокрепший, скажем.
Мы-то уже с рогом. Так, Дэдди Куруса взял. Он взял Дэдди Куруса. Еще и атакует, гаденыш. Так, ну что, кого мы с тобой берем? Кто у нас хорошо бомбит по ним? По-моему, Келлинкин, да? Точно. Так, ну что, давай Келлинкин бомбанем по нему. По этому Дэдди Курусу. Вот так вот. Чтобы знал свое место. И он, наверное, будет меняться сейчас вот на этого охлам... Да ладно. Ты сейчас серьезно? Вау, парень, это что-то с чем-то. Зачем он так сделал пока, ребят, не знаю. Видимо, захотел отдуплиться. И выходит Уинтотерий. Так, ну с ним, я думаю, мы тоже справимся, да? А, он меняет. Ты прикинь, какой-то типа как медведь. Полумедведь, полуносорог. Какая-то смесь ядреная. Так, ну против него кто у нас хорошо? По-моему, Элементерий должен идти. Насколько я помню. Да, Элементерий. Слушай, ну мы можем, в принципе, и этим бомбануть. Но все-таки лучше Элементерия взять. Раз, два, три. Я не помню, сколько он сделал атак. А, ну все, тогда ему крышка. Готов. Так, выходит Уинтотерий. У него 171 атака, 4 очков действий. Он все сливает в атаку, ребята. Ну и, соответственно, мой шерстистый носорог его сейчас просто уничтожит. Возьмет вот на этот самый рог. Ну что, поехали. Пробиваем. На, вообще-то он почему-то легнул его, а не на рог взял. Ну, это не имеет значения, главное, что здесь победа за нами. Так, но нам еще нужно с тобой сделать один поединок. И только после этого мы заберем с тобой награду. А награда у нас будет, ребята, вот этот вот Синтетоцерос. Значит так, опять Уинтотерий. Против него мы возьмем Мамонта. Здесь Гигантофия. Против него мы возьмем Гастурниса, а вот против сумчатого льва. Твою налево. Против сумчатого льва нам придется взять Элементерия. Ладно, сделаем откатик, фиг с ним. Слушай, может быть, вот так вот сделаем все-таки. На всякий случай, друзья мои. Сумчатый лев мне очень не нравится. Я помню, а что прокачанный он нам втык давал еще тот. Ну что, начнем, наверное, с обычного удара. Так сказать, разогревочный. Окей. Ну, он меняться, скорее всего, сейчас будет. Нет. Он не стал меняться. Так, интересно, он взял защиту? Взял. Перестраховался, да, значит, ты? Ладно. Вот сейчас будет меняться. Да ты посмотри, что творит, а? Не стал меняться, ребят, не стал. Раз, два. Тогда мы вот так сделаем. Тут мы его вырубаем. Выходит у нас змеюка подколодная. Угу. Наверное, все будет сливать абсолютно. Опа. А вот это новости. Она ничего не стала делать. Есть один метод проверить, ребят. Это вот такой. Чуть-чуть нам не хватило пробить эту гигантофию. Она решила сделать две атаки. Это было, по мне, так глупо. Раз, два. Раз, два. Да что ж такое-то, а? Что ж такое-то? Ах ты хитрая змеюка, ты посмотри. Две атаки. Значит, два бонусных очка она себе оставляет. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, пробиваем. Ну и выходит сумчатый лев. Блин, я хочу его. На 13 уровне он бомбит 381. Ну, правда, у него, конечно же, повышенная атака, потому что по классу, ребята. Но у него очень мало хп. Поэтому мы его сейчас уничтожим. И Синтетоцерос
попадает к нам в копилочку. Ну, правда, это уже, ребята, не первый, а, по-моему, там пятый или шестой даже. В общем, нужно их скрещивать, чтобы из этого молодого, так скажем, олененка... А, это целый пак! Ух, 100 баксов даже дали. Это целый пак, ребята. Значит, тут очков доверия 325. Отлично. Это хорошо, это меня радует. Очень порадовало. Ну что, друзья мои, дальше у нас идет «Испытай свои силы». Это у нас ДНК награды, да, получается? То есть это мы будем сами как бы с собой здесь драться, бороться. И начну я, наверное, с Майнгозавра. Поехали. Слава богу, здесь, вот в этих поединках, нам не надо тратить денег. Вообще ничего. Деремся, так сказать, в свое удовольствие. Так, ну что, я хожу, да? А он, значит, что-то сделал. То ли блок, то ли еще что-то. В общем, давай вот так вот проверим. Мы его сейчас будем крутить. Для меня это не ново, что он сейчас сделал. Давай вот так вот. Вот это плохо, конечно. Если он сейчас все сольет, мне крышка, ребята. Выживаем, выживаем. А вот теперь ему крышка. Ну что, с почином, так сказать. Первая победа за нами. Именно в этом состязании. Майнгозавр не подвел. За что ему респект огромный. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Так, ДНК немножко прихватили и поехали далее. Так, с кем бы тут нам побороться? Давай-ка я, наверное, возьму Пахицефалозавра. Вот хочу я поиграть именно за него. Посмотреть, кто и как будет себя вести. Так, я хожу первым, да? Значит, я могу взять бонус. Спокойно причем. Не напрягайся. Я сомневаюсь, что он будет меня атаковать. Так, раз. Блин, тут надо так делать. Хм, он взял две защиты. Слушай, ну, скорее всего, сейчас ему будет крышка, ребят. Скорее всего, ему сейчас будет крышка. Ну-ка. Да, мы пробили. Как раз нам с тобой хватило. Блин, ну он двигается прикольно, да? Этот пахицефалозавр. Такой очень шустрый динозавр. Ну что, это было второй, да? Нам еще нужно два, насколько я помню. Так, здесь можно попробовать сыграть, например... Вот запастозуха очень опасна, ребята. Но интересно. То есть тут получается, кто расколется быстрее. Можно так назвать. Всего лишь одна ошибка тебе дается. То есть тебе дается всего лишь одна ошибка. Хм. Очень интересно. Так, он взял две защиты. Ну давай, давай, давай. Не колется, ребята. Не хочет колоться, прикинь. А я, пожалуй, рискну. Да. И я выигрываю. Я рискнул, и я выиграл. А я говорил, тут всего лишь одна ошибка. То есть один удар. Если ты пропустил, то ты проиграл. Так, у нас опять код 19 загорелся, но он пока нас не интересует. Мы с тобой двигаемся дальше. Так, давай-ка попробуем отыграть Афекамима. Вот. Их всех нужно, этих гибридов, ребята, прокачивать по полной программе. Только от этого будет толк. Так, ну что, у нас с тобой есть... Две... Тут нельзя, ребята, фейлиться. Вот в чем дело. Давай проверим. Я сомневаюсь, что он будет атаковать прямо. Видишь? Так оно и получилось.
Что, хочешь сказать, что он взял прям две защиты? Я сомневаюсь. Проверим. Да ладно, ты серьезно? Ты прикинь, он взял две защиты, ребята. Ну все, мне конец. Он две атаки проводит и меня ушатывает. Ну поспешил, ребят. Ну я почему-то засомневался, что он возьмет. Я думал, он возьмет одну защиту и возьмет одну на дополнительные очки действий, как он обычно это делает. Ну тут почему-то он пошел полностью вразрез самому себе. Полностью. Я даже не знаю, кого взять, ребят. А что у нас? Вот, нам нужно с тобой нундагозавра скрещивать. Точно, у нас два нундагозавра 10 уровня. Надо делать из него 20. Так, ну что, здесь понятное дело, берем сразу же с тобой бонусные очки. А тут победит тот, кто больше наберет. Ничего себе он влупил. Я так сделаю. Только не говори, что ты будешь бомбить сейчас. Ну и все. Вот тут он сам себя, ребята, и похоронил. Поехали. Все, даже не думай. Ну, как-то так. Выиграли. Нундагозавр победил. С этим я нас и поздравляю. Так, смотрим, что у нас тут дальше. А, колесо призов, ну конечно же. Дайте мне целый пак, пожалуйста, а. 100, так мало. Конечно, мало, друзья. Так, играть через 5 часов, друзья мои. У нас будет с вами новая лига. Вот что я тебе скажу. Ну, столкновение, как ты понимаешь, я сейчас не пойду играть, потому что у меня нету много, так сказать, водоплавающих. Точнее, рептилий. О, сходи разберись там. Так, здесь мы с тобой забираем. Принять на любой арене 3 раза. То есть, блин, мне нужно 3 арены провести. Ну, хорошо. Я думаю, здесь не стоит. Давай, наверное, на... Да, на водный. На водный возьмем так, так и вот так. На водный так на водный. Но надо будет 3 поединка нам сыграть. Ох ты, ёк-макарёк. Нифига себе. Леосит... Кто? Леосихтодон, ё-моё. Мне надо срочно менять, ребят. Что он там сейчас будет мутить? Тоже, наверное, пойдет на обменку, да? Нет, он решил атаковать. Я тогда сделаю вот таким вот образом. Вот сейчас он будет меняться, скорее всего. Он испугается идти в лоб ко мне. Так я и думал, ребят. Ох, ёк-макарёк. Еще и атакую. Да ты совсем, что ли, оборзел, а? Кто у меня там спец? Давай, Артакантус. Сколько у него? 1630 хп. Сливаем все. В топку его. Так, опять этот вышел, да? У него первого уровня уже 1000 здоровья, блин, и 343 атаки. Он может меня сейчас ушатать, если проведет полностью всю атаку. Да, и он это делает. А вот как мне теперь его победить? Вот в чем вопрос. Хотя, погоди-ка. Он же все слил, все. Мы его должны вырубить, по идее, ребята. Да, у нас получается. Так, стиксозавр появляется здесь у нас. Но ему в любом случае придется потратить одну атаку. Останется 3 в запасе. Я вот не помню, ромалиозавр, у него преимущество по этому классу идет или нет?
Еще какое, ребят, преимущество. Так, ну что, я сделаю следующим образом. Раз-два, раз-два. Смотрим. Он три защиты взял, а? Смотри-ка, как перестраховался. Он сейчас ходить не будет, будет копить. Скорее всего. Очки действий. Ну что я тебе скажу. Тогда все, мы его пробиваем, ребята. Этого должно нам хватить за глаза. Да, 4 атаки. Мы его стираем в порошок. Ну что, это была только первая битва у нас с тобой на арене. Соответственно, нам нужно еще 2. Ну, пока есть с кем драться. То есть мы будем с тобой играть. Не обязательно здесь выигрывать. Здесь можно и проиграть. Основная суть, ребята, здесь просто поучаствовать. И 75 ДНК. Ну, спасибочки. Так, и за рекламку давай. Ну и заработали мы с тобой 12500 монет. Ну что, продолжаем тогда. Сколько нам еще? Еще 2 поединка. Может быть, попробовать вот эту вот? Кайнозойскую против наземной? Давай рискнем. Возьмем птеродактиля. Возьмем раджастегу. И, например, нундагозавра. Просто глянем. Ну, кого там подберешь мне? Так, паразавра, анкилодок. Слушай, 2 травоядника. Я думаю, что раджастеги это будет очень приятно. Похрумкать их, да? Так, он ходит первым еще к тому же. Меняется. Ох ты, какой жук. Ну и мы поменяемся. Блин, нифига себе. Паразавр. 2254 к атаке. Я бомбану. Вот так вот. Так. Что он сейчас будет делать? Что он сейчас будет делать? Меняется. Ага, опять берет Димитродона. Слушай, я, наверное, возьму нундагозавра. И бонус. Ёк-макарёк. 4 очка действий. Меняется. А вот это плохо. Хотя, подожди, почему плохо-то? Если мы берем с тобой раджастегу и ушатываем его. А мы его ушатываем. Выходит Димитродон. Но сколько у него очков действий? Вот в чем вопрос. 6. 3 тратит, 3 остается. Блин, фигня, ребят, получается. А что, ему хватит пробить? Хватило. Ну что, рискнем? Я рискую, ребят. Да ладно! Ты, блин, серьезно? Вот это, ребята, да, вот это была подстава. 4 защиты взял. Ну, сейчас пробьет по полной программе, по ходу дела. Вот так вот он сделал. Ну, а что я могу сделать? Раз, два, три. И защиту. Да какого фикуса-то? Твою ж налево, блин. Не добил еще, а? Меняется. Блин, мне это совсем не нравится, ребят. Раз, два, три. Вот так попробуем сделать. Ё-моё, он сейчас возьмет себе сколько? А, 6. Неужели все будет сливать? Так, ну что, ему тогда крышка получается, да?
А как мы тогда Димитра Луна будем контрить? Я не знаю, ребят. Этого-то мы с тобой уничтожим. Ну как там быть дальше? Эй, нет, не получилось. Он взял защиту. Я думал, что он не будет этого делать. Ну что, ему придется сливать две атаки. А все, мне крышка, ребят, здесь. Он все сливает. Да. Нахапал этих гибридов себе и сидит довольный. Ладно, хорошо, ребята, давайте. Это была вторая битва у нас. Нам нужно еще с тобой сделать последнюю, третью. Давай водную, наверное, возьмем. Артакона. Нет, Зухоруса не будем брать. Архилона. И... да ладно, в принципе, пускай будет Зуходус. Вот такая у нас будет тройка игроков. Угу. Дунклястей, Еризот и Псифодерма. Ну что, начнем, да? Пожалуй, сразу с атаки. А, он первый ходит. Сразу меняется. Сразу же меняется, потому что испугался. Так, я предлагаю сделать вот таким вот образом. Взять сразу два дополнительных очка действий. Хм. Ну, давай вот так сделаю. Че, неужели будет пробивать? Может сделать, в принципе, пробивной. Да. Это он напросился, ты понял, да? Естественно, мы не будем брать Архилона, мы возьмем с тобой Зуходуса нашего. Вот только как мне сбить ему столько? Так, ага. Погнали. Так, в щепки. И Псифодерма выходит. Сейчас будет меняться, наверное, на Резода. Почему-то мне так кажется. Ну, естественно, будет меняться. Так, ну что, друзья, будем пробивать или как делать нам лучше? Или сделаем раз-два. Раз-два, вот так вот. Давай, сливай, сливай свои очки действий. Прекрасно, прекрасно, друзья мои. Ну что, мы его ушатываем, этого Резодика. Сколько нам нужно? 1305, да? Вот так вот. И два в бонусы запишем. Ничего страшного, если мы погибнем от Псифодермы. У нас есть Архилон. Главное, чтобы он слил здесь как можно больше очков действий. Ну. Слушай, а тогда, по-моему, пора с ним заканчивать. Вот и все. Вот тебе и вся Псифодерма, друзья мои. Победа. Это у нас был последний поединок на арене. То есть мы с тобой забираем ежедневную награду. Ну все, все, все. Зуходу что-то дольше всех, по-моему, выпендривается на зрителя, да? Так, давай крутанем. Сейчас, наверное, опять может вылететь игра. Ну, как ты понял, вылетел, да? И 150 ДНК мы получаем с тобой. Так, все это здесь закрываем дело. И пак. Смотрим, что нам выпадет из этого пака. Деньги, ДНК, 40 бакинских и опять же деньги. Ну, в принципе, неплохо, ребят. Плюс 95 очков доверий. У нас почти 5000 очков. Это классно. Ну что, я хотел
наверное, поставить кого-то выводиться, да? И давай-ка вот сюда вот мы с тобой нундагозавра поставим. Он у нас как раз есть. Где он? Так, 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 ищем, ищем, вот он. А ну-ка давай, родной, начни-ка эволюцию. Нам нужны, как говорится, рептилии, поэтому будем выводить пока именно их. А вот здесь что можно нам поставить? Давай посмотрим. Но это не хочу. Что-то тут такого ничего и нету суперского, если честно. А, Карнотавра. Блин, ну мне почему-то жалко, ребята, на Карнотавра ставить сейчас в данный момент, потому что нам нужны с тобой ДНК. Ладно, пока ничего не будем делать. Оставляем все как есть. Вечером у нас должна быть арена. Если я, конечно, ребята, не просплю, потому что я только с работы пришел. На выходной, так сказать, пошли. Если я дотяну до вечера, то обязательно сыграем на арене. Единственная проблема в том, что динозавры откатились, которых мы сегодня заюзали. Что вот опять, за, ребят, за полоски вот такие вот идут, я не понимаю. В общем, на этом закругляемся. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.